Всем здравствуйте, ребята! Сегодня я приехала по адресу улица Толбухина 1 и хочу вам показать спокойный частный сектор. Очень классно! Тихий, спокойный отдых. Здесь вокруг деревья, есть куда поставить машину, и тишина. Что самое главное, тишина и прям ассоциация юга. Я вам сейчас обязательно покажу номера, покажу вообще, что представляет из себя этот гостевой дом. И потом мы, как всегда, прогуляемся к морю, покажу, на какой пляж вы выйдете. Все цены оставляю в описании и свой номер телефона для бронирования также оставляю в описании. Пойдемте. Мы зашли на территорию нашего гостевого дома. Здесь у нас два номера, две двушечки со своими столиками для вечернего досуга. Итак, у нас на первом этаже есть несколько номеров. Есть отдельный дом, который красненький, вот мы видим из красного кирпича. Там еще два этажа номеров. И отдельно с левой стороны у нас идет люкс со своей кухней небольшой. Здесь у нас мангальная зона, зона отдыха. То есть, как мы видим, есть детские минимальные развлечения, есть самокатики, столик, стульчики. Здесь можно посидеть, и самое главное, здесь есть мангальная зона, то есть здесь можно приготовить шашлыки по желанию, да, там покушать себе, разогреть, есть вся посуда, и тут же сидеть, отдыхать и кушать шашлычки. Начну, пожалуй, наверное, с этих двух номеров, покажу один из них, они похожи, во втором просто сейчас живут. Это у нас идет двухместный номер, он совершенно новый, то есть после ремонта здесь имеется холодильник, телевизор, гладильная доска, две кровати, сплит-система, даже пахнет новеньким. Шкаф, тумбочка, очень даже очень приличный номер за такую стоимость. Цены скажу, что оставляю в описании, потом обязательно с ними ознакомитесь. И второй номер. Здесь также у нас два номера, тоже две двушечки. В этом номере у нас живут. Этот номер я вам покажу. Здесь у нас диван, он раскладывается, зеркало, тумбочка, вешалочка для одежды, холодильник, телевизор, сплит-система. Все необходимое также имеется. Здесь дополнительно можно поставить раскладное спальное место, и вы все сюда влезете. Итак, санузлы у нас находятся здесь на этаже. Сейчас я вам их отдельно покажу. То есть санузел и зона принятия душа. Все очень чистенько, доступно. Да. И туалетик. Все есть. И зона кухни. Здесь у нас можно приготовить пищу и также сидеть и кушать. Допустим, шашлычок пожарить там, а здесь посидеть и покушать. Сейчас зайду как раз таки в отдельный стоящий дом из красного кирпича и покажу номера там. Это у нас отдельный домик. Здесь номера на втором этаже и на третьем. Два этажа с номерочками из кухни собственной и отдельный вот такой вот, как сказать, отсек, что ли. Там два номера двухместных и санузел общий. Сейчас покажу сначала этаж, а потом покажу эти два. Получается два номера, две двушечки, и на две двушечки один санузел, но двушечки заняты, поэтому я их показать не смогу. То есть отдельная дверь у вас идет, то есть можете приехать двумя парами, и очень даже хорошо здесь проживает с общим санузлом. А на третьем этаже у нас такой же этаж, как и на втором, поэтому смысла показывать его я не вижу. Пойду вам покажу лучше сейчас люксы. Второй этаж. Здесь у нас получается целый этаж, три номера. Здесь трешка и еще четырехместный, плюс здесь кухня на этаж и санузел. Покажу трешечку, три кровати раздельные, тумбочки, холодильник, телевизор, сплит-система, шкаф. Чистенько, все ухожено. Кухня. Кухня у вас идет на этаж. Здесь зона приготовления пищи, то есть раковина, ну, все необходимое, посуда, столы, покушать, приготовить, все имеется. И санузел. Санузел у нас совмещен, туалет, душ. Да, все чистенько, окна выходят у нас на Горную 15, на Азимут, на частный сектор.
Здесь у нас 4 кровати, телевизор, холодильник, тумбочки. Да, такой номер. Экономы номера, то есть они не дорогие, но современные. Сплит-система имеется и шкаф для вещей имеется. На третьем этаже, наверное, точно такой же этаж, поэтому я уже туда показывать не пойду. И сейчас хочу еще показать вам люксы. Сейчас хочу показать номер люкс, который находится на первом этаже. Он также в отдельно стоящем домике идет. И там с зоной кухни. Холодильник, раскладное место имеется, потому что здесь можно и втроем, и вчетвером поместиться. Посуда имеется, раковина. То есть здесь единственного нет зона приготовления пищи, а все остальное, приготовить салатик, бутербродики, все есть. Санузел у вас свой идет в номере. Да, все очень чисто, никаких лишних запахов, ничего нет. Современный номер. Здесь у нас двухспальная кровать, тумбочки, телевизор, шкаф, сплит-система. Можно сюда поставить как раз-таки, если прям нужно будет дополнительные спальные места. Теперь предлагаю пойти на море. Покажу дорогу к морю, покажу пляж. Все цены оставляю в описании. И номер телефона для бронирования тоже оставляю в описании. Пойдем. Подошли на пляж. Пляж называется Сосновая роща, которая относится к пансионату Сосновая роща. Здесь есть также вся инфраструктура в этой части набережной, и заведения, и сувениры. Но самое главное, что здесь народу гораздо меньше, чем в центральной набережной, где основной причал. Сейчас, конечно, здесь идет реконструкция пляжа. Да, вот видно. Здесь вот это все заменится, талка. А, там пляж, вход на пляж платный, но если вы скажете, что вы на камушке, вас пропустят бесплатно. Это такой маленький секретик, и главное, никому не рассказывайте. А, красная талка, пляж галечный, поэтому мне вот, например, галечные пляжи нравятся гораздо больше, чем песочные или песчаные. Из песка. Песком. Песочный, какая разница? Песочный. Мне галечные пляжи нравятся гораздо больше, чем песочные, песчаные. Здесь красивая зеленая аллея. В общем, ребята, свежий воздух, прекрасная атмосфера и классный отдых у вас получится. Это на 100%. Лучше пишите по WhatsApp или Viber, либо ВКонтакте. В общем, лучше пишите, потому что я вас так не потеряю. У меня очень большой объем работы и очень много людей обращается. Поэтому звонок я могу пропустить, могу потерять, могу забыть, честно вам скажу. А если вы напишите, то, конечно, я вас не потеряю и помогу вам с размещением. Также мы подбираем вам новостройки здесь, в Геленджике. Кто хочет приехать сюда на ПМЖ, либо приобрести квартиру для сдачи в нашем прекрасном городе. Ознакомлю со всеми районами города, ознакомлю со всеми стройками, застройщиками и расскажу, где ликвиднее покупать квартиру, по какой стоимости, чтобы потом ее было также можно удачно продать. Районы для ПМЖ и для сдачи совершенно разные, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, я вам помогу, подскажу.